На его движение голова тоже работает. Руку чуть глубже засовывайте вот здесь. Не вот так перевод делайте, не вот так. Как вы некоторые делаете. У вас тело здесь должно просто встать в сторону. Провалить вы должны. Не должны быть плотно. Плотно работать, шагать. Ноги полусогнуты. Сегодня вот Вова из Калининграда, мой друг, с ним вот так работает. Так привести его здесь. Даже стойку не можешь встать. Эй, ноги же полусогнутые должны быть. Какая у вас удобная нога? Какая? Впереди какая?